Трагедия в Ленинском районе. В случившемся в частном доме пожаре погиб маленький 3-летний ребенок. По предварительным данным, он, испугавшись пожара, решил спрятаться в шкаф, а мать, которая спасала из пожара старшего сына, его найти не смогла. Я пошла дочку провожать. И слышу, мальчик кричит: помогите, горим. Все помогали, прибежали вот ребята из соседнего дома. Прибежали, стали тушить тут. Вот. Но там, видимо, никак они проникнуть не могли туда, потому что задымленно слишком дорога была. Кричали тоже, ребенок там кричали, они никак не могли туда попасть. Пытались, но не могли. Потом приехали пожарные, вытащили ребенка, уже готов. Погиб ребенок. В ходе, значит, топления дома произошло возгорание. Женщина попыталась вывести детей из дома, однако ее малолетний ребенок спрятался в шкафу, найти она его не смогла. Мама сама. Она вся обгорела, мне кажется, даже волосы все, у нее там она такая вся была черная в дыму. Какое там лицо, видите, все это в ожогах, она неожиданно все это, дети маленькие. Жалко, что, говорят, он спрятался, испугался, поэтому не могли его долго найти.